Как спина-то болит. Чё это? Что это я где? Камера, чё? А чё надо делать? Вот, всем привет, ребята, я тебе чего, и сегодня я бомж. Я вообще не знаю, чё это где я вообще? Ребят, ну что мне делать? Мне надо стать просто богатым, наверное. Но я хочу быть богатым. Сундук. О, привет. Привет, ты кто? Я бомж. Ладно. Что там в сундуке есть хочется? О, генерация. О, наконец-то я голый, мне прям холодно. И бутылки. Ох. Что там сын на себя наконец надел. Ох, тепло-то так. Невероятно, просто есть хочу. Что тут есть вообще? Забираем. Так, пить тоже хочу, пить хочу. Ох, как хорошо сразу стало. О, жареная рыба в стейке. Фух, что тут еще есть? Гнилая картошка. Не хочу уже есть. Жаль. Есть еще что-то, то как-то ногам холодно и к голове тоже. Есть какая-нибудь еще дополнительная броня, я что-то не знаю. О, наконец-то дополнительная броня. Ух, тепло сразу стало так. Эх, ну мне надо быть богатым. Тихо, что ты там орёшь? Ой, котик, привет. Так, спина-то болит, что-то. А можно, интересно, вот это продать? Жители. Чего? Хотите, я вам продам вот бутылочки? Вот, и вы мне там из брудников каких-нибудь. Ну, не знаю. Ну, давай. У меня там несколько стаков, вот. Ты куда, житель? Ты-то не очень, конечно, хочешь. Ну, ладно, давай, скидывай. Сейчас возьмем. Вот. Нифига у тебя этих бутылок. Куда, житель? За изумрудами. Так, вот я, короче, тебе отдал. Вот, все, я пошел. Ого, житель. Нифига себе, ребята. 300 изумрудов. Вау, круто. Ой. Спина, блин, что-то. Лук. Блин, да у меня только вот печенька из мусорки. О, свинюшка. Может, мне тебя убить? Потому что есть реально что-то, например, свининку хочу. Вот бы сейчас в этот дом. Денег же нету. Так. Что бы сейчас печку не знаю найти. Так. Дерево. Рыть, а можно калитку открыть? Нет, туда нельзя заходить. Туда нельзя заходить, да-да-да. Нельзя. Жители, а это дерево вам не нужно? Не, мы давно хотим срубить его уже. А чё? Ну я сейчас тогда за вас все срублю. Оп. Так.
Блин, больно. Так, где там мое дерево? Вообще. А, да вот оно. О. Держите прям до чуть-чуть. Вот есть верстак, или я не хочу, это верстак не нужен. У нас, ну, там дом один есть. Ой, а чё, там верстак? Да-да-да, но если хочешь, там чуть проникни, только побыстрее. А то могут запалить. Мы боимся сами туда идти. Ладно. Ради свининки. Я очень люблю свининку. Хотя я больше всего тушеного кролика люблю. Так надо побыстрее уже перекрафчивать вот это все. Я наскрафчу свой верстачок. Вот. Так. И желательно кирочку, конечно, тоже скрафтить. Так, кирочка и вот. Отлично. Так. Эх. Все, надо убегать. Уже вечер. Жители, если что, извините, мне нужно вас чуть-чуть колодец сломать. Ну ладно, ладно. Тебе чуть-чуть надо? Да-да-да, жители. Ну круто, конечно, ребята, мы с жителями познакомились. Интересно, тут есть тушеный кролик? Эх, есть хочется. Свининка. Ох. О, наконец-то. Ой, а где мне спать? Эх, ну придется вот тут прямо на сундуке. Я жестко продумала. Ох, Вадя проснулся. Я хочу себе жить, погоди. Я хочу себе купить одежду хорошую. То как-то не очень одежда. А хорошую одежду, но ты можешь ее купить вот тут. Тут? А тебе доплатить? Да. А сколько одежда весь комплект? 300. Ну ладно. Ну-ка, вот тебе жить 300. Ага. Сейчас я тебе выдам тогда одежду. Так. Снимаем, эту одежду. Вот лучше все. И надеваем крутую такую одежду. Вау, ребята. Так. Надо что-то купить. Точно. Надо купить крутой скин. Правда, он дорого, наверное, стоит. Голем. Сколько стоит скин? Голем. Ладно, что-то не отвечаю. О, вот это забираем. Как раз купим скин себе. Так. Надо пошариться еще по помойкам. Может, что-нибудь бутылки еще найдем. Так. Надо купить, ребят, себе скин, потому что я не буду с этим скином ходить. И, кстати, скин же мне голос другой еще изменит. Вау, это будет круто. Мне надоел дурацкий голос. Так. Надо купить. Ой, здравствуйте. Заберите вот этот бутылки и дайте мне там чуть-чуть изумрудиков. Ну ладно, так, короче, сейчас я тебе дам. Так, я думаю, фух, этого достаточно. Спасибо, житель. Ну что, ребята, отправляемся за новым скином тогда уж. Все, вернулся голос. Вау, вот такой, да, у этого скина. Ребят, короче, я купил новый скин. Вау. Так теперь меня не будут за бомжа принимать-то вот так. У этого скина вот такой, да, голос? Вау. Интересно, я кого-то все снимаю. Ребята, напишите в комментах, я кого это все снимаю.
И вообще, ребята, просто подпишитесь, потому что у меня, в принципе, уже 0 подписчиков. Вот реально подпишитесь, потому что, не знаю, ребят, надо вести как-то блог. Но есть одна проблема. Мне нужно накопить на вот этот дом. Ребята, ну как это сделать, я не знаю. Эх, давайте тогда шариться по помойкам. Может, найдем очень большое количество, конечно же, бутылок. Кстати, ребята, я не пробовала продавать еду. Она-то может и дороже стоить. Потому что бутылка, ну зачем она нужна? А вот еда, это правда из помойки. Ну никто не захочет такой. Ладно, еду, ребят, продавать мы не будем. А вот бутылки давайте будем. Кто-нибудь еду из помойки хочет? Я хочу. У меня вообще дома еды нет. Погоди, житель. Что? Да погоди ты. Все куда-то прийти. Жители! Стойте. Во, ты, да? Чего, куда-то уходите? Вот, короче, тебе вот на еды. Из помойки, правда, ладно. Вот, короче, еды, ой, я меч даже скинул. О, спасибо тебе, чего. Я очень большую сумму заплачу. А что у тебя деньги есть, и ты не купишь? Ну, мне жалко денег. Чего, что так мало? Ну, у меня не очень мало. У меня даже одежды нормальной нету. Крутой. Я тебе вот это еще скину. Вот, спасибо. Так, сейчас я тебе, короче, изумрудики выделю. Так. О, житель, а ты куда? А вот там, в сундуке, посмотри. Ребята, я накоплю сейчас просто на... Да фиг, на дом. Это жесть. Житель, почему ты... Ой, ребят, ну бывают такие тупые жители, конечно. Так, ладно, житель. Я пошутил. Ребята, все. Фу, это из помойки такое невкусно все. Просто... Я это сделал. Ребята, мы сейчас прямо сейчас идем и покупаем этот дом. Еще я хочу кое-что купить. Смотрите. Жители. Чё? А у кого есть назритовая броня? Ну, у меня там есть. А сколько она стоит? Стак блоков. Ну, нормально. Нифига себе у тебя, так, сейчас, да. Ну, короче, житель, еще напоследок возьми вот это вот. Вот, спасибо. Ну все, ребята, вот теперь я крутой. Фух, я легко, ребята, сейчас смогу владеть тем домом, ребят. Сейчас посмотрим на туре. А, ну у меня еще лук там. Где он там? А, ну вот он. Сейчас посмотрим на реакцию, ребята. Ой. И купим этот дом. Просто вау. Ну посмотрите, ребят, какой он крутой. Ой-ой-ой. Опа. Это еще мусорка, конечно. Мусорку можно что? Изумрудик, ну, зелье регенерации, конечно же. Что наш другой бомж какой-нибудь. Тук-тук-тук. Чё, кто хозяин этого дома? Жителя, какой-то звук слышу, ребята. От жителя, да, наверное. Где житель? Житель, ты где? Звук слышу, я правда. Не. Ладно, это мой дом. Житель, сколько он стоит? Двадцать два стака изумрудных блоков. То есть изумрудов. 22 стака, да, говоришь? Нифига себе.
Ты больше мне заплатил. Ну, конечно. Ладно, держи, житель, короче, тебе напоследок один стак, ага. Ну, давай. Ладно, два. Стаки же все-таки. Ну, спасибо. Как? А, ну, житель еще там. Вот. Блин. Ой. Блин. Вот. Ну, можно, в принципе, еще последний. Ладно. Как? Не знаю. Ну, житель, так, ребята, мы купили, все-таки мы купили этот дом. И, ну, как бы, давайте изумрудики сейчас наши оставшиеся сложим вот сюда. Изумрудные, точнее, блоки. Не изумрудики, ребята, а изумрудные блоки. Вот. Ну, фух, ладно, ребята. Я думаю, вам понравился ролик от бомжа до уже самого крутого миллиардера, точнее. Ребят, подпишитесь просто на канал. Да, если что, кто-то такие скажет, Тимеч, у тебя ж 52 подписчика. Ну, я скажу, ну, я ж просто, это я, типа, роль бомжа добавляла, что у него, в принципе, мало подписчиков. И ладно, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Над этим роликом я старался, да. Поставьте лайк. Ладно, Остя, всем пока, ребята. Я тебе еще. Всем пока-пока.